Сегодня. Пойдем. Хорошо. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера. Juste au bord de la mer, à deux pas des flots bleus, creuser si c'est possible, un petit trou moelleux, une bonne petite niche. Возле друзей детства, резвых дельфиньих стаи, что мне поведали столько недетских тайн, на диком пляже La Corniche. Открывайте рэкет. Какой рэкет? Я учитель труда. Рыдание из двери занавес. Если называется свобода перемещения. Человек, входящий чемоданом. Здесь жить нельзя. Уходим. Возвращается и там нельзя. Душа. Где это? Архангел в раю. Душа. А почему колючая проволока? Архангел, разговорчики в раю, да. Вы мне очень нравится. Это правда? Угу. Мне вот это очень нравится еще. Это такой собственный дизайн, проект. Палка. Балка. Магнит. Кривая палка. Полукруг. Кривая. Шланг! Да! Молодец! Ну, про шланги что-то там... Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами, плачьте ж, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки и покинет отчий дом. Ученик науки отстает, держу весло. Через миг печалю сердце бедное свело скорбью и печалью. Да, тихо плещется вода, голубая лента. Вспоминайте иногда вашего студента. Много зим и много лет прошли мы вместе, сохранив святой обет верности и чести. Ну так будьте же всегда живы и здоровы, верю, день придет.
когда светимся мы снова, всех вас вместе соберу. Если на чужбине я случайно не помру от своей латыни. Еще, если не сведут с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки. Если те профессора, что студентов учат, горемыку школяра насмерть не замучат. Если насмерть не убьют, что вряд ли, на хмельной пирушке обязательно вернусь к вам, друзья, подружки. Вот стою, значит, держу весло, через мель качаю, сердце бедное цело скорбью и печалью. Тихо плещется вода, голубая лента. Вспоминайте, ну хоть иногда вашего студента.